Спасибо. Так. Ну, что могу сказать? Это... Ясно. А скажите, ну, вам не кажется, что... страны, ну, Султаном Абишевичем называют. Цель моей акции – досрочное освобождение незаконно арестованных блогеров Дмитрия Щелокова и Андрея Цуканова, которые недавно хотели встретиться с акимом города Алматы Ахмеджаном Есимовым, но им воспрепятствовала полиция. То есть она воспрепятствовала их непрофессиональной деятельности. Соответственно, я хочу выступить с акцией протеста, которая непосредственно посвящена тому, чтобы власть не оказывала давления на гражданских журналистов, активистов и журналистов, и не воспрепятствовала их профессиональной деятельности. Блогеров Дмитрия Щелокова и Андрея Цуканова. Свободу пикетам, свободу собраниям, всегда и везде, свободу собраниям, всегда и везде, свободу политарестантам. Не пойду, свободу гражданским журналистам, Дмитрию Щелокову, Андрею Цуканову, свободу. Ебашка глазная. Что случилось?